Всем привет, с вами Монки. Сегодня я хочу обозреть квадрокоптер, который закос на Сюму или Сями X5. Ну, на самом деле это просто китайская подделка X5. X5S, X5C, их много всяких бывает. Но по факту это просто не забрендованный тот же самый Сяма. SYMA, в общем. В общем, что я могу сказать? Коптером я уже пользуюсь около месяца. В принципе, мне он очень даже нравится. Хорошо летает. За 3000. Тут он имеет 4 коллекторных обычных движка. Обычные такие аккумуляторы-горелки, которые сгорают, взбухают, плавятся. На 5800. На 5,8. На 5,8. Фу. 580 мА. Камера HD-шная на 2 мегапикселя, которая ужасно снимает, но HD-качество здесь все-таки присутствует. Что еще могу сказать? Летает он минут 10 и улетает метров на 50-100 максимум. Ветром он очень легко сдувается, весит коптер всего лишь 100 грамм вместе с камерой. Он весь легкий, пластиковый, легко все мнется, сгибается, крутится. Также вот пульт, тут у нас 4 ААшки, обычные 2,4 канал у него, ловится сразу, я тут все подписал, кнопочки что означают, чтобы не путаться. Также кнопочку я уже сломал один джойстик, ходил с ним в поход, транспортировку не пережила, но это все не важно. Имеет небольшой дисплей. В общем, пульт у нас имеет индикацию, батарейка, мощность самого коптера, насколько он ходов поднимается. Собственно, вот можно это видеть. То он типа подключился. Давайте сами коптер запустим. Кнопочка сзади. Так, по поводу... Здесь вот у нас находится батарейка. Здесь она и подключается. Закрывается слоток. Ну, тут не очень хорошо заходит. Фиксируется и все. Собственно. Квадрокоптер уже готов к запуску. Нажимаю вперед, он взлетает. Не буду тут летать по комнате, а то все нахрен сломаю. В общем, хода показывает, насколько мощность. Также есть еще скорость. Можно переключить лопастей. Он будет лететь более быстро, сопротивляться уже ветру хоть как-то. Ну, это обычный джойстик направления. Также он может трюк сделать, чтобы камера снимала. Она тут подключена к самому коптеру проводом. Ну и все, и настройка, калибровка его. Собственно, что еще можно сказать по контролю? Ну, довольно увесистый, хотя не очень. Очень громоздкий пульт, но вполне все удобно устроено. Коптер хороший, но легко теряется в городе, улетев дальше 50 метров. Ну, так летает. Собственно, видео смотрите сейчас в конце. Как он летал, где он летал, что да как. Вот. В скором времени приедет квадрокоптер Hubson X4 H501. Будет обзорчик на него. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Аривидерчи. Thank you.
проверку.